Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала «Обо всёмыч». Александр Феклистов, известный российский актер. Все мы очень хорошо знаем и любим его персонажа из сериала «Сваты» Сан Саныча, да и многие другие не менее потрясающие роли в кино и театре. Актер еще с 2014 года заявил о своей четкой позиции против войны. Александр вместе с группой кинематографистов подписал открытое письмо, в котором осуждалась российская военная агрессия в Украине. В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, Александр Феклистов записал видеообращение, текст которого я вам процитирую. «Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, да и просто зрители, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь, в России, испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи в сравнении с тем, что терпите сейчас вы в Украине. Мой дядя Валентин Моисеевич во время Второй мировой войны погиб под Киевом, вернее, пропал без вести. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем? Это ужасно больно и горько».